Возьмите темный оттенок из палетки для контуринга «Безупречная форма» и нанесите его под скулы, чтобы выделить и придать им красивый объем. Линия растушевки проходит от виска по направлению к уголкам губ, но не доходя до них, примерно до середины щеки. Можно нанести этот цвет на крылья носа, если нужно немного сузить его. Этот же оттенок наберите кистью для теней и нанесите на складку века. Это поможет придать глазам глубину и выделить подвижное веко, что всегда придает глазам выразительности. Коралловый оттенок придаст лицу свежести и подчеркнет вашу красоту. Для этого нанесите его на скулы параллельно темному оттенку, но чуть выше его. Не забудьте хорошо растушевать, держа кисть перпендикулярно лицу. На подвижное веко нанесите этот же цвет, немного не доходя до линии роста ресниц. Затем возьмите светлый сияющий хайлайтер из палетки и нанесите на верхнюю часть скул, также параллельно румяным, но чуть выше. Выделите также спинку носа и линию губ. Наберите хайлайтер на маленькую кисточку и выделите подвижное веко у линии роста ресниц. Дополните образ сияющим блеском для губ персикового оттенка.